Информация о состоянии в городе Красный Луч на 8 сентября. Шахтерам перечислили на платежные карты зарплату за июнь. Банки по-прежнему не работают, но осуществляется безналичная оплата на некоторых терминалах в супермаркетах. С 8 сентября возобновилось автобусное сообщение «Красный Луч-Луганск», а также с 10 сентября восстановится маршрут «Красный Луч-Северодонецк» через Петровское, Первомайск, Брянка, Стаханов, Лисичанск. Городской транспорт продолжает ходить до 12 дня. Вопрос о продлении графика движения автобусов решается. Ситуация с бензином постепенно решается. Появилось топливо на заправке «Меркурий». Покупателям отпускают не более 5 литров.